Сегодня центральную детскую библиотеку имени Кондратковской посетили «Стальные лисы». Таким образом, игроки и молодежные команды присоединились к акции «Вся магнитка читает детям», которая проходит в нашем городе в рамках Года литературы. Двое защитников магнитогорского клуба Григорий Дронов и Кирилл Вороница не только прочитали детям рассказ Виктора Драгунского, но и ответили на многочисленные вопросы ребятишек. Чтение вслух – лишь одна часть встречи учеников с хоккеистами. Сначала для ребят была организована небольшая викторина на знание истории магнитогорского хоккея. Затем защитники «Стальных лисов» Кирилл Вороница и Григорий Дронов прочли детям вслух юмористический рассказ Виктора Драгунского «Пожар во флигеле» или «Подвиг во льдах». А затем ответили на вопросы и раздали автографы. Мне наш пиар-менеджер Настя позвонила вчера, сказала, что будет сегодня проходить вот такое мероприятие. Я сразу, не раздумывая, согласился, ну, пообщаться с детьми, так провести свои выходные как-то разнообразно. Мы уже ходили в школы, в разные, проводили уроки физкультуры и общались с детьми уже достаточно, то есть много. Несмотря на постоянные нагрузки, Кириллу Вороница не чужда любовь к литературе. Сейчас он читает известный роман Дэна Брауна «Инферно». А вот его напарник по команде Григорий Дронов признается, книгу в руки берет нечасто. Однако у него в семье есть ценитель художественных произведений. Теперь могу сестре читать, младше. Интересные рассказы для детей. Первый раз познакомился, буду читать. Интересно было. Привлечь ребенка к книге сегодня, век информационных технологий, это одна из задач, которая стоит перед всей системой детских библиотек и ее сотрудниками. Ради популяризации чтения и проводятся подобные мероприятия. Так, в акции «Магнитка читает детям» уже участвовали многие публичные в городе люди. Возможно, в ближайшее время к акции присоединятся и другие известные магнитогорцы. Павел Берсенев, Владислав Гусев, телекомпания ТВ.